Сайынгы саймархай сыла сырдык күннәрдән күндік рәтчілер бет. Әйге дұрубияны лақтарыда үлетін сағылыр. Дұрубия спорт бұ дұрубия кәрі көсті оны сетихи. Онтан қамнаны чөл олық бұ чөгендік сылджы төрді төбеті болылар. Бүгінгі бері бі дұлжыттыра бұқа бары бұ өйді білдері өрі тұтан сылджар жан болылар. Бері бастық үші әгір бігі қарысыя, оны нұроттыр, иккерділарнағы кластақ спорт мастыра, өбігі сағаттан кәлбет дәгеттер спорт бұтын аңдайдығы тарғата сылджар күспіт Сардана Осипова болуға. Сардана күннеті тұғынан олырыр. Болары тұрар аңдайды чемпионатығыр күттарды. Мастардығыны тоғы көне олыстаптыры. Бұтығынан бігі сейлі білекпет. Онтан бері кесчі ағығыр экзамассаж ден тұғуй, тұққа тұғалағы, кемеха барсары, онтан кем тұттынара ұрдығы ден білекпет. Онтан бері біт үхіс чағығыр медицина, онна ұрыны сәреті чағығыр, олыз дірін білілік, үгіскөт білер, кәтігер кейгет үрін қалаттақ аңнял Мария Николаевна Антонова. Дұрубия қарама ден тұз анал бәйтін программатын тұғынан бігеға кәпсияға, сыналақ сөбәлерін берияға. В студии WhatsApp номер Санатовын ағыз 914-279 сүрбекке 612 өрі боларын күрдің, сүрген әрен кілеқатын сөп, қаларынан құрайдық бұд. Бігіннен бірге болын. Жай, бастық үлжіппін ұрыйды көрсіпін бігеға борасыя, оны нұроттыр қырдылана кластақ спорт мастыра Сардана Осипова үлжіттір. Үйтек үнінен, Сардана. Үйтек үнінен. Жай, көпстивтін сағылыққа, ән олы сәрбәқ сетігілік спортсмен болығын, олық спортынан бәйін жарқтамытын раттаға де. Қаған тоқтан сағыламытай бұл спортқа аң бастан сыстың Амбастан химбир осколар дақпыны саңылабытым. Осколаға тоқ бар күріқті хейлерге күттір әттім. Атак основной спехім сүрі әті, легкі атлетика. Ошаны онтын халамыды барда. Өте олыс әлбек спорт көріңінен жарқтынан жай. Ине қайдақ әме кәлбіккіні, онына арағыттан қайдақ ғыстан бар бүккіні, жүгіған бар бүккіні. Әппіл күрдік бұн, оғы жан сколаға лёгкі атлетиканан жарықтымыдым. Ол кәнттен бігеға ұлаққа күріқті хейлер болачылар, спартакиадылар. Манчары күрдік, Игры Народов бұл болар отырар. Оны бастықы бұн манчарыға национальны мүнагобурияға сүкіттіпітім. Ол бұғытынан әме мүнагобурияның жарықтанар әтім, егін жарықтылар әтілер. Ол кәнттен колледжка кербетім үйеріне, колледжка әме дәлші продолжала лёгкі атлетика заниматься. Ол кәнттен колледжі бұтырам баран, ұлақан оққы керен күрдің, тұстуының жарықтамадым. Көңіл тұстуының. Көңіл тұстуының жарықтамадым. Ол кәнттен бағарнанға өлелі кербетім. Бағарна прикладной спорт кәлбеті. Пожарно-прикладной спорт, помимо этого, альбах игровой спорт пар, это волейбол, баскетбол, футбол, олбы игр, кроссфит, фитнес-бикини, гиревой спорт, крахтыги альбах пар, это. Олыс альбах көрігінен жарқтамады бекенде. Онтан, берегенен ән күнін қайдақ ағарай, тоқтан ағалдарай. Мен күнім, конечно, хасырды туравын, завтрактывын, хасырдыңа жарқ барбаравын, жарқтанавын юность сүрявын. Ол кәнттен білген сайын велосипедіні жаван өксін. Велосипедінен ол юностке кәләвін, жарқтанавын, ол кәнттен үлі бар барабын. Тренерінің үлілейбін, ол кәнттен әссі атын үлевер барабын. Оғылыру білімнейбін, как раз таки пажаны прикладной спорка. Ол кәнттен әме үлевер кәлевін, әпәт туда барабын. Короче, целый день мұны күні көлесіқ, на велосипеде жабын.
чемпионат болары турар. Гүз көрәчілер бет интерегер болық тақтар, әл маңны күттаған до. Мастердегі бұл чемпионатығыр хатан күттіваппын. Күттіват... Бәрешілен. Тоқы чемпионат республики бейқы болар. Ол ұнны хатан отбора аспатағам. Хем бір кейі бұғытынан спортсменнар нар, үрдікі хүджеваттар нар. Хем бір нар тақсы болбат, түйеме болар. Онны кейі... Кейі әме робот болбатақ, кейі травмада ғылын хөп, ол күрдік әме травмалақпын, бәм әрге травмам бірген бербет, ол ең пака арғайдық восстановленияға хаджабын. Сәп. Онды те ұсылытатын ұрсет ағымна ғырас күріқтейлер әме бәуті болалылар, онында ең қастады күлләк чемпионка болағын, дей, бігені білебет. Обсанын бұл мас тардығыта де, спорт көріңен бұғытынан қайдақ көрің де ғаныңын, ең тұс бен ғанан тұқтеме? Мен ғана бар мас тардығы наға зрелішнай, наға яркай, наға көрірге күрдік бұрыстой баға көріп. А так, егер кердіққа, ұнры көлбәқ нюанстақ. Анрадық көсірі надады тұқ. Анрадық техника, толкүддің құннады, хөпкі ағыққыннады, даже хөпкі моральныда білімнені қыннады, и психологически. Ол еген, это одна большая система. Мастердігі наға жөйдік керер жынырғы, көстейлергер дәйтігі, екі көстейқ бай спортсменнер ұдыр олар олар. Команданан бәләмінші, просто пыл, напор, жар. Оның ол контенген арот, просто әбілі өріні, әйті көріні. Мен де өлі сөбілі әбітім. Аңбастан кәлір бір мастердігігі, оның әме эффективнайдік, ярқы эффективны кәлбіппен мастердігігі. Әйті үкі түйінші 15 сылақ қайды, меген кубок мастерреслинге ғынғырып ұттыра. Оның ратақ бастықығын күтті бұтым, олақан күріқті егі. Онына бараларын көйталан бар бұтым. Но хем бір әппетім күрдік, чисто мошара бол бұтақ. Техника, онына соперниккін үшөйдік біліқті ақын денеме болар. Мен ұтары бір күстіақ, ұнырық опыттақ мәжіні кірбеді. Оны кене меген 2-1 көй бұды. Ол кәнттенде 2-тігінші 16 ғылаққа. Мен әме күтті бұттым. Чемпионат Росии әккес бұл бұтым. Сборны Росии кербетім. Ол кәнттенде қайдары жарқтынықпын нады. Онына все-таки чемпионат Европы бұран күттавын. Онына тренер бұл бұтым бәбәр. Тренерінің жарқтын бұтым. Ол кәнттен чемпионат Европы көй бұтым. Онына официально 2-тігінші 16 ғылтан октябрь үйттен жарқпын саңыла бұтым. Онына олеген тоқ бар дұғабын, тоқ бар күйіспін андырадық маскын бербедім. Хем бір бағар сыға қамсынан, бағар қаннара сыға тыңнан, хем бір мұны қырады травмалар бар бұлайшылар. Олі хен білген бақа восстановление ағычамын. Ондық бәу бұлайш. Онтан, опсайнан... Спорт, да, бұл әкке сенге итәттіңде кейі санатығыр дағаны, ез дұғатығыр дағаны ме беререр бәқтедің. Ән санағыр спорттен бұты көй, ән тұз бәйар. Спорт, хем бір, әті как течение жизни. Хем бір, кейі нар қамсана ғаджар, кейі нар бір местаға олар бұт, даже бір местаға да олар болықына. Ән қамсаны қыннады. Спорт – это жизнь. Олеген кей барты спортының жұртының нады. Яғаны бұн. Хем бір, любой спорт ден арас бар.
Анаркаль бахкаруна каруна бар, легкая атлетика, арас силовой да спортер бар волнер, бьеха сахасиригер кардака. Анаркаль бахкарун бар, хавсагай, мастер дхе, атаханюта, тутумаргир, альбах бар. Ага, много более блин. Анаркаль бах зрелищный спортер баллар. Он на кида дробиета саддарна. Нар позитивка хаджан, нар учуе настроение лахаджан, он химбир крджар саскар, ол учуе дебилиайдыга. Он тон хадана, эн крюхты хилергейт, улахан чемпионаттарга кыртыны нене, хайдах турка кирягани, он атулка тагаяган. Мен бәм итағалдақпен, мен таңырағай тәғайабен, евангельский христиан қавын. Онына хем бір тоқ бар күріқтәхі, барар күріқтәхінен. Оны тұн хем бір күйі таңыраттан кәлдерден әдәбін. Атак хем бір эмоциональны, психологически білінен әбін, с мыслями собираюсь. Вот на химбир любой соперник пан у вас тех пан надо. Ага. Соперник кун у вас става полакна, еще иду крихта хибар бат. Он тенти таз дойдларга масреслене эн кетен каригунен кайдах корсельдери кайдах саналлари тохчен яя хатачилари. Мастер нагине обсене нага хаблюдлер. Бәді бұрыстой байдық. Тоқты олаханлық нады тұғы. Бір помос палка өні бітті. Тоқты олахан инвертар нады тұғы. Олеген етек көріні олыс хөбілетілер, онна жарықтан аллар, сайдалар. Онна мен хана бар өссі олаханлық, өссі түргенлік сайдарын тұғығар. Бігі спорт тұғы бұд. Наше спортотделение должно отправлять эти дойдуларга, а раз дойдуларга уже билеллях спортсменнары, тренердары, тренер бгыдынан спортсменнары, ол мастардығы ол раз дойдуларга сайдалым тугугар. Отчығыны өссі массывасы әлбір, өссі интерес жынырға әлбір. Бәті носители, носители именно этого спорта кален жарықта атағына жон интереге бұдан әлбір. Это как, допустим, взять, бігі арас тылары үйретәуіт бұдды. Білген нұрық популярны английской, корейской. Бігі именно носителілігі бара бұдды үйретәуіне. Отчығына результат бар бұдан. Он нұғыр тылы үйретәр бітерді? Он нұғыр тылы үйретәп бітіне. Сақатылығыр, мен, допустим, чекейдегер бардақпына хатан үшеді күйренем оға. Ол ехін бізі сақалы тылы үйретір бағалақ болақпына, мен сақа кейдегер барабын. Ол ехін мастардығыны әме үшеді білер болаққына, ән мас, именно сақа кейдегер барақтақын. Потому что сақа кейді, ол мастардығы тігі генетикалақ. Ол ехін ұрғаттан уже ол заложить кіммет. Олеген беге, мен хана бар, конечно, сақы серебет спортсменнера самый күстяқтар бұл дойдуға. Но, ол сүйді кеттің. Деуіні бұл білген ұйықтарына, нато болады тұрар аңдыды чемпионатығар, спортсменнергар, коллегаларгар, сақы серен бары спорды топтачыларгар, қандық тоқ тұлдар әтен әтей, тоқ бағасынан әтерден әтей. Күнді бір дөйділақтарым, спорды таптачылар, бағарым әйеқа бұғылға, бұ сайынға, нар чол олығы тұтығағын, спорды таптағын, әйті күріқті хейлергер барын, көрін, доғуын, үшіге эмоцияны ұлын, онна бұ побольшы тағаджағын, әлбәқ ұта иген, онна үйерің көтін. Наха, чүгей. Мақтыла бұд сардана. Жоғыны ән бігеқа бүгін әтчілілерген көрдіріқті ақынды. Оны бағалысты көріп қайын. Күндік ұрайшылар бұд әйге мей түкті оқыдың сөп сардана әтчілілерін білеген керақсы көріп бұд. Баттақпың қому үйом, мәйдеға. Так,
Амбастан минихиха разминка курдук кадрюгам, мигин катры утюптюк котын хөп. Амбастан бир местага хамабыт, үс, төт, бес, алта, хэтта, агыз, тоғыз. Jumping jacks, бир, икі, үс, төт, бес, алта, хэтта, агыз, тоғыз, он. Наклоны в сторону. Бир, икки, үс, төт, бес, алта, хэтта, агыз, тоғыз, он. Хорошо, дальше. Присед. Бир, икки, үс, төт, бес, алта, хэтта, агыз. Хубы курдук разминкаланан бетен баран основной джарыкка кирекка. Бастыкы беге үз упражнения лақ болабыд. Бирдестері арылылар книге эккес хамсана турар остол, онна үз брейк-данс. Хамсаныңлар бұтын тоқтау баққа баратын бестейте оңырабыд. Тәрі оңырық қайын. Хубы курдук наклонының түйәбет. Прямой атақтақ, хатан прямой атақтақ түспет болақ қатыны, атақ қатын қырытық тобыққа токыру оқытын хөп, ол кәнтен бара бұд. Хөбі көрдің, түсті бұд, барды бұд. Планкаға тұрды бұд, төттірі көлді бұд. Бір. Екі. Үз. Төт. Бес. Қамсына тұрыр, оз тол. Хубы күрдік тұрды бұд. Оны тарыды бұд. Переменна. Төт. Бес. Брейк. Данс. Хубы күрдік. Илі бетін үйха тағарды бұд, атақпытын тағарды бұд. Екі. Үз. Төт. Бес. Хубы күрдік. Жарык қолқыдық аста. Ити қамсаныңлары любой кейі оңырын хөп. Улаханның тоқта ұрақына хоқ. Олеген құбы күрдің упражнениялары қамсаныңлары жеғдігер бәғатын бәғаттағының қамсаныңқын хөп. Оны любой жарыққа улақ қалеқтін ады. Құбы күрдің қамсаныңлары көдірді. Аға. Келеналар, хардана бағалысты, мақтына бұд, көрәтшілер бұд, туғалағы бәлергер мек бұдтары олден әрені бейді. Көрәтшілер бұд, үйтіларығар керек қайын, мас реслинг ту, мастар дүйден дүйден әйпуд бір көрәтші бұд, асарданы бағарым бейді. Международный название та мас реслинг дем болар. Тоғы нік дейді? Аға, тоғы нік бол бұд дейін, ұрыққыта, конечно, мастар дүй. Мастар дүй дейін, мас әте палка, тар дүй дейін вытягивад дей. Оттын мас олеген мас хал бұд, палка. Оны реслинг дейін барба. Оны әте международный тұққа керерігер Роман Михайлович Дмитриев, олимпийский чемпион по вольной борьбе, бейсаға бейіркен тұттар кейбет, әте терминологиядан келдер біті. Олеген мас реслинг бол бұд. Отын оның бәуіладе, анды үйтағымыр тақсыр болағына, мен үйдірімде болық тақ болағын. Хардана, онтон әте тас дойду спортсменнің қықтырын ән қайдық тұспен тұқтияғыны ғыны, келдер күсті ғаруттары, оның бүйге үсі тұқы болғымдығдың ұғырыр бұд надыны. Мен хана бар, конечно, тас дойду атлеттар, спортсменнар, оның күстіяқтар, астара үчігей, әлбәқ, күн-күн-күнгі жылдар. Бүйе саға сіребет сайымыт наға қылғаз, күхімыт наға ұғуын. Олеген бүйе қа саға жынығар, әлбәқ витамин нада. Улаханық витаминизация нада спортсменнарға особенно, потому что нар движенияға жылдар, нар жарықтаналар. Олеген жарығы көтірі әлбәқ минерал барар. Олеген нар витамин
бехисиях надо. Он на жгей натуральный аз, ют, эт. Самотия Канада, Альбахте, вот Олихин. Он Альбахте, Саин, Альбахте природа Хаджа Канада. Химбирки, манник тесно турар, Оюру, которая природа, на которой бирга турар, вот Олихин, Альбахте природа Хаджа Канада. Он то санга сагланерер, бо мастер тардыгнан жарктан санга сагланерер, оглорго, жанго, тугу сувелингете. Минханабар оголор, химбир, эти спорду нырктабдыққыт нада. Онна тоқтан дағыны күттанман. Иге бир, вы единственный на этой земле. Иге күрдік больше атын жоннар хоқтар. Олеген кихи бар, тоқ барда кихи ныркталаннақ. Кихи дегер тоқ бар изюмин қылақ. Олеген тоқтан да күттанман. Нар вперед смело вперед идите. Тогора арай тавлламан тагана олонтон тохтан халыман. Кихи химбир охтар он натурар. Олеген дальше хамсана турун, дальше идите вперед смело. Барубланка рехтренце. Олеген спорта арага вар. Именно мастер дыгэрэ болбатах. Он любой спортынан Белым не нехатен хаб, кореохатен хаб, дальше бегатен болон, бусирга спорт ехаха, анрекал бахберер. Олус чуй сардана махтана бута ехаха, олус кургемнях бортилилер гиттен, лагаттан ханаскаттан бехаха бу джамутер келен чевеля биккер, джамутен сергевин юрди биккер, махталбун тер дебит, он оттан седаганы үрдіктен дүкстейлер келет ұрдындар спортка, эн белебин эн Баханан бар сидағаны, онын че сетейлері бағарабыд, әтенге болуынды көрсе, қадері дейбін. Мақтанабын. Күнді көрәшілер бет, білген салғы күлгас тақтабылға барабыд, ол кенттен салғы ақпыд. Үті күннен бейхасан қолбаспыд көрәшілер бет, әйге дұрубияны лақтағырыта салғанар. Экзомассаж ден бұл патернамыд технологиялағы анал аппарат көметінен чәбдігіддер процедураны оңыру ден сүриялылар. Кені қайдақ чәбдігіддері? Қанлік түгенге көмеға келері? Кеме қабарсары, онтон кем тұтынарар дұғы? Бұтығынан білген бігі зейлі білек бет. Бігі ғылжыттыр экзомассаж кабинетін салай ачыта Лилияна Владимировна Павлова. С добрым днем, Лилияна Владимировна. Добрый день. Ну вот, начнем с технологии, да? Что за технология вложена в этот аппарат и как он воздействует? Аппарат представляет из себя кушетку, в которую встроен индуктор, который вырабатывает электромагнитные волны низкой частоты. Они настроены на человека безопасно, то есть такая частота, которая как конкретно подходит человеку. Проходят эти волны через наш организм на 30 сантиметров и способствуют расслаблению спазмов в органах и в частях тела, в мышцах. То есть рекомендации здесь очень широкие. Вот, спазмы мы получаем в течение всей жизни. Это могут быть травмы, это могут быть психологические даже проблемы, стрессы и так далее. Все так и есть. А как вот проходит процедура? К ней надо как-то готовиться, что-то одеть, специальную какую-то одежду? Процедура проходит очень удобно, так как это все-таки волны, мы не прикасаемся к нашим гостям руками. Вы приходите, укладываетесь на кушетку в одежде и проходите 10 минут полного расслабления. Единственное, что мы просим за 2 часа до прибытия к нам плотно не кушать, потому что такие волны прорабатываются же не только мышцы, тело, да, там руки и ноги, но и также работает внутренний массаж внутренних органов. Поэтому пищеварение лучше как бы не нагружать. А что означает экзо? Экзо – это с латинского «запредельное». То есть это космические технологии. Вообще на самом деле сейчас нет аналога экзомассажу во всем мире. Он запатентован в России, производится полностью тоже в России.
Сейчас на данный момент около 140 филиалов присутствует в городах России. Вот, и совершенно такому как бы массажу нет аналогов. Mm-hmm. Поэтому вот экзо это вот такое запредельное, что-то такое вот пока еще невероятное для нас. Mm-hmm. Поэтому наша компания как бы ввела бесплатно 10 минут для того, чтобы наш гость первый раз ознакомился, что это такое. Потому что объяснить, угу, какое вы будете получать ощущение, я даже не смогу. Угу. Это надо пройти на себе. Это все надо испытать на себе. Однозначно, угу, да. Но, как и любая вот процедура, да, она наверняка имеет противопоказания, да? Кому лучше вот воспользоваться, да, процедурой, а кому вот не стоит? Есть, да, противопоказания. Это беременность. Угу. Как бы вообще это не рекомендуется при беременности. Потом электростимуляторы, которые могут быть, кардиостимуляторы, которые могут быть закреплены у человека. Угу. И тромбообразование. Угу. То есть, потому что во время массажа очень сильно начинает интенсивно работать кровотворение. С бешеной скоростью все это движется. И, соответственно, для здоровья как бы больного человека с тромбами это, конечно, опасно. Mm-hmm. Ну, соответственно, все остальные, в общем-то, противопоказания мы можем смягчить. У нас есть специальные подушечки, которые саму силу как бы аппарата не уменьшают, но волны человек не так сильно чувствует. И также во время консультации у наших специалистов проходим мы полностью по списку противопоказаний, и человек там понимает, что ну, надо ему это и не надо, можно, нельзя. То есть все это на месте можно решить в любом случае. А как вы вот вообще, как вот лично вы, да, думаете, вот новейшие технологии, да, выздоровления, в лечении даже, да, вот вообще в медицине в целом, какое будущее у него? Ну, я такой вообще сама приверженец здорового образа жизни. Я являюсь апитерапевтом на протяжении 25 лет. Сотрудничаю как бы с компанией Тинториум, может быть, слышали. Но это продукты пчеловодства. И вот продукты пчеловодства меня привели к полному оздоровлению организма однозначно. Кроме того, мы ведем здоровый образ жизни, едим биоорганическую еду. То есть от еды очень сильно тоже много что зависит. И сейчас за многие годы работы с людьми, вот в этом плане я понимаю, что осознанность людей повышается. То есть все хотят долго жить, быть здоровыми, меньше люди стали употреблять алкоголь, меньше стали они употреблять, ну, сигареты курить и, в принципе, даже вредную еду. Уже все мы знаем, что такое вредная еда, и многие люди отказались от этого. Поэтому плюс еще, если мы будем применять какие-то новшества, новаторские такие, вот даже это уже не экспериментально, потому что экзомассаж по стране уже 7 лет. То есть ежедневно тысячи людей проходят экзомассаж. Вы представляете, какое массовое? Два раза уже экзомассаж получил статуэтку года, то есть товар года, да, лучшего. Поэтому здесь, в общем-то, секретов нет. Но для Якутска, конечно, это пока что вот только новинку. В новинку. Но, слава богу, у нас теперь есть такая возможность наше население оздоравливать через вот новые технологии, которые безопасны, которые не приводят никаким последствиям. Они очень удобные. Всегда можно применять и оздоравливаться. Тем более, что когда нет спазмов в организме, кровообращение не нарушено, нет застоев, все, что вы будете употреблять, травку, биодобавки, какие-то витамины, все будет усваиваться на 100%. То есть нет застоя, нет вот, отделения этих продуктов. Я читала, что этот 10 минут экзомассажа заменяет трехчасовой массаж обычный, да? Да. Mm-hmm. По воздействию на организм, по расслаблению, по вот движению всех наших кровеносных каналов,
как раз это заменяет, но еще при этом я могу сказать, что проходят те отделы, которые ни одна рука человека туда не может попасть. Mm-hmm. Или, допустим, есть массажи, допустим, проктологии, да, mm-hmm. которые очень болезненные. А здесь же совершенно можно 10 минут как бы пройти этот массаж и получать только удовольствие. Mm-hmm. Но воздействие очень серьезное. Mm-hmm. Потому что и такие заболевания тяжелые, как заболевания воспалительной простаты, и то же самое геморрой, да, стеснительно сказать, но тем не менее эти заболевания очень хорошо помогают экзомассаж. Вот как раз к отзывам об этом. То есть если у человека запоры, тоже это один из основных таких показателей, когда люди начинают говорить, что у него эти проблемы начинают решаться. Также к отзывам мы относим такой один из ярких и часто встречаются, что люди стали ночью спать. Mm-hmm. То есть mm-hmm. у многих это оказывается проблема серьезная. Это очень серьезная проблема. Да, mm-hmm. да. И практически в первые же отзывы это вот про то, что глубокий, здоровый, хороший сон. Mm-hmm. Затем очень многие отмечают, что у них появляется энергия. Улучшается настроение, что немаловажно, потому что, видимо, начинает все хорошо там двигаться, да, омываться. И в том числе мы очень много времени уделяем воротниковой зоне. Угу. Когда идет расслабление мышц шеи, то, соответственно, снимается спазм с кровеносных сосудов, которые питают головной мозг. И вы представляете, как человек себя начинает чувствовать? Mm-hmm. У него как будто открывается, все ясное становится, даже зрение улучшается. Поэтому, соответственно, это самые главные, я считаю, отзывы. Там то, что приходят с палочками, и через 5-6 дней, значит, они эти палочки отстраняют, это тоже есть. Mm-hmm. Вот. Но самое главное – это общее здоровье человека. И кроме того, я считаю, что и профилактикой заболеваний нужно заниматься, потому что у нас очень много детей, которые уже страдают какими-либо проблемами. А детям прекрасно экзомассаж подходит с 4 лет. Пожалуйста, приводите детишек, они будут всегда у вас здоровы. То есть даже детям можно? Да, да. Ага. А сколько сеансов примерно назначаете? Ну, мы не назначаем, угу. человек сам выбирает, угу. Потому что кому-то 8, например, сеансов будет достаточно, он получил там свои какие-то привилегии от этого, а кому-то и 14 будет мало, потому что в течение жизни мы нарабатываем какие-то проблемы, и их надо вот решать постепенно и вдумчиво. А некоторым и 14 может вообще прям конкретно быть мало, и поэтому, соответственно, надо продолжать или там какие-то периоды устраивать, потому что есть травмированные люди, которые mm-hmm. с детства даже травмы, которые их беспокоят потом оставшуюся жизнь. И вот экзомассаж как раз помогает вот эти все вопросы решать. Mm-hmm. Тогда, получается, этот аппарат mm-hmm. снимает спазмы? Да, да. Mm-hmm. Есть у нас такие болевые точки в каждой мышце. Они называются триггерные точки. Mm-hmm. И вот эти триггерные точки, они вот, травмы много лет будут сохраняться. То есть у нее есть память, у этой триггерной точки. Mm-hmm. Так вот, наша волна, как раз экзомассажа, она убирает эту память триггерной точки. Mm-hmm. То есть люди, которые страдали много лет одной и той же болью, они говорят, что у них эта боль после экзомассажа окончательно их, как говорится, оставила. Mm-hmm. И они живут уже свободны от нее. Mm-hmm. Это здорово вообще, потому что, ну, боль всегда приносит нам очень много переживаний. Конечно. Mm-hmm. И детально, если говорить, вот почему мы, например, стали заниматься экзомассажем, да, открыли здесь филиал. Mm-hmm. Потому что у меня, у мамы, например, очень серьезные были проблемы со здоровьем. Вот у нее был спинальный инсульт. И после этого произошло очень серьезное такое онемение конечностей. Она очень долго не могла ходить, не чувствовала ног. И вот именно экзомассаж ей позволил почувствовать наконец-то ноги. Угу. Что за 4 года она ничем не могла достигнуть. То есть она делала иглоукалывание, массажи и так далее. Вот только экзомассаж ей смог помочь. Поэтому мы решили, что это, конечно, очень серьезная вещь, которые необходимо, особенно вот людям в республике, которые не всегда могут позволить себе ездить куда-то там в санатории mm-hmm. и заниматься там своим здоровьем.
Здесь же вы можете, вот, не выезжая из Якутии, провести такой санаторный комплекс для себя. Mm-hmm. И круглый год. Здорово. Mm-hmm. Вот наши телезрители уже пишут нам, спрашивают, как попасть на экзомассаж. Давайте еще раз повторим адреса телефона. Да, с удовольствием. Наш телефон 8-914-222-03-15. Mm-hmm. По этому телефону вы всегда можете записаться. Вам назначат время, и пройдете консультацию и начнете свой массаж. Повторюсь, что первый 10-минутный массаж у нас бесплатно, для того, чтобы население могло ознакомиться и узнать, что такое экзомассаж. Угу. Находимся мы по адресу Курашова, 34/2, там есть салон Limefing. Вот в этом салоне у нас кабинет экзомассаж. Всегда рады будем вас видеть. Отлично. И спрашивают еще, а после операции можно ли на экзомассаж? У меня был перелом руки, поставили штифт. Когда вот будет полное заживление, тогда мы будем разговаривать о массаже, потому что волна все-таки такая крепкая, и если что-то там не совсем срослось, может, мышцы просто могут подвинуть. Поэтому желаю вам здоровья, обязательно пейте мумиё для того, чтобы быстрее косточки срослись. И приходите к нам на массаж, потом как реабилитация, это она вообще шикарно работает. Mm-hmm. Кстати, очень хорошая реабилитация, постковидная. Mm-hmm. Это уже доказано за 2 года, как бы экзомассаж вообще себя показал великолепно. Потому mm-hmm. что спаечные процессы в верхних дыхательных путях, они великолепно рассасываются после экзомассажа, и люди начинают дышать полной грудью. Mm-hmm. Ну, это как один из примеров mm-hmm. реабилитации. Mm-hmm. Добрый день. А какие противопоказания есть? Пожалуйста, повторите. Просит. Да, повторю. Значит, противопоказания – это беременность, электростимуляторы, которые стоят у нас, ну, бывают у человека на сердце, и, значит, образование тромбов. То есть, если у вас есть диагноз, то, что у вас образуются тромбы, то, конечно, к нам уже будет нельзя. Очень много людей, которые не знают об этом, то есть мы предлагаем им обследоваться и потом к нам прийти для того, чтобы уже безопасно пройти этот сеанс. Ну, основная часть людей, у которых есть варикоз, они как бы предрасположены к тромбообразованию. Ну, вот таких вот людей мы направляем на УЗИ, и после этого они, если у них ничего такого нет, они приходят к нам на занятия. С варикозным расширением тоже мы делаем массаж, просто мы не заходим в зону ног. Дело в том, что поле расположено посередине стола, то есть он не весь в этом поле, поэтому мы можем частично проходить какие-то органы. Есть, допустим, если человек не хочет проходить воротниковую зону, то мы можем до сердца дойти, то есть не обязательно весь организм проходить. Очень много вопросов поступает. А при невралгии поможет ли, спрашивает еще? Ну, конечно, поможет. Потому что в любом случае невралгии тоже есть какие-то причины. Ведь экзомассаж, он работает на причинную связь. То есть то, что мы часто очень пьем таблетки или там колем уколы, мы просто снимаем симптомы, то вот такой вот способ оздоровления, он как раз-таки дает возможность заглянуть вовнутрь и найти эту причину. Если где-то будет спазм, он его обязательно найдет, то есть там каждый миллиметр проходит, его не обманешь. И это как мини-диагностика даже, потому что люди лежат, я сама знаю, да, что у меня там, например, где-то поясница болит. И тут у меня там начинается там покалывание, да, то есть я понимаю, что у меня там действительно спазм. И когда там 5-й, 6-й сеанс у тебя уже не болит в этом месте, ты понимаешь, что да, работа произведена, и да, действительно, я утром встаю, у меня не болит поясница. Ну, вот так вот люди все и практически и реагируют на работу экзомассажа. При полиартрите, еще спрашивает один наш телезритель. Вообще противопоказаний при полиартрите – это воспалительные процессы. Если это не острый процесс, когда сильное воспаление, да, а в ремиссии, то, пожалуйста, приходите. Можно еще дополнительно поработать с добавками, которые мы тоже представляем.
Это масло черного тмина арабского происхождения. Mm-hmm. И великолепно можно сочетать с экзомассажем и усвоение, вот я уже рассказывала, на 100%. Mm-hmm. И там можно вообще комплекс оздоровления пройти шикарный. Mm-hmm. Благодарим, Лилиана Владимировна, за очень содержательный, доходчивый рассказ, объяснение. Удачи в вашей работе, благодарных клиентов. Вопросов поступило очень много, телезрителям тоже благодарность. Мы все это вам передадим, угу, все вопросы. Благодарю вас. А теперь короткая реклама. Кугастахтолгоровод, Олкентенсалгахпыт, Вегенни Биргеолан. Өте күннен күнді көрәтшілер бет, әйге дұрубияны лақты ғырыта салғанар. Жа ғырыны бұл өз күн үніне әрдеттен сіреттер әмтенерді ағар көжістіктен сұриялылар. Жыл 4 арас көмегер дұрубияны көріне тұғынан бұл сыналақ сөбелерін бейеқі бері кәлі, бейге бері бүті төсі бәйтті, үрін қалаттақ айнял Мариникалина Антонова, кене бұл республикатағы өз нөмірді клиническай балыға ғырыны сәретер әделенетін сүрін үлейді болар. Өте күннен, Мариникалина. Өте күннен. Жүкіп степте кереққа. Иті жыл 4 көмегер ара-аран бән-бән тұс бән кәдән көрігінен программын ғырбіте біккенде. Иті туғынан бағылысты бейеққа сәйелі білігіндерін сағалары. Өте бұл программа болағына тұғыте 994 сылтын өлір. Ұрыт өбігілері көстерінен әмтір, немаларынан әмтір кейін бар әті. Бұл дұробыя қарыста олы мистерісті өтіне хенінділі әбіп біт. Ол онынағы жаммын, онына білі тоқ те программа оңыр бұтым. Опсайынан кейі дұробыятын көрінер болағыны, бартын бары көрін өқтіақ. Өйін санатын сағылан өқтіақ. Онына бәйті жарығын, үлеттен, сыңялаңын, ағылығын, қамнаныытын, әңін те барытын көрін өқтіақ. Білі тоқ бары түнен барытынан. Ол үйін болағын әте, Нючалы тұтта системный подход к оздоровлению ден, храм здоровья ден аттавытым, ол программаны. Тоқтен аттырым болла, ден өрбағай тоқты ғырттақпына білді. Отқомы ғырттақпына қайдара кемеріп бүтін күрдіқ храм здоровья ден тиян келді. Ол үйін ұттонның тұхақалығы тәбілі здоровья қараны ден болыр бұ. Оны бастықытынан болла, әйті программаға туы келдер бүтін білі тұханның бағырау өрек білі бұрабылаға, философияға ол ұруқтақ. Ол үйін болағын әте үліңі дойдылар медициналарын философияты бар, концепция ұсиінден. Иті концепция ұсиін бұл философияны келдер бітім. Оны тұғы оны келдердің ден, бұл хақылар бұл бойынген дені мегі ет ашылар. Оны тұғы дейті қап олағына бұл үті ұлу Қытайдар, Монголия, Кереидер, әңін тұқтара, медициналара әтініне ұлы құрар. Кенілер нұруаттары медицинатын бұл философияға системалан, бірәдіктен келдер біттер. Айылға көстергер ұлы құрар күрдікте? Айылғаны күтті хевестек, онына айылға кені күйеден білі кейі, онына айылға біліманлық сығанына ғытын, алты ғытын түмігер. Оңы құлы бұд, кейі құлы ұры қандық бағыр кейі бұл туаға әтесейіне өз аната, дұрубията барыда әте айылға ұлар еркемігер әме ұлар етурар. Бігі оны бағыр батақ бұттай хин, білі айылға, бігі айылға ғолар ауып болы хин, әме іс органлар бүтілелері ұлар еқіндер. Бұл құлы ұры сайын тұспа, саз тұспа, күхін, күхін тұсп Оны сөпті бәхіндерін қайдақ бұл туғылардық тақпыр етші оны? Оны сөпті бәхіндерін дебілі өйгін ханаған қытта сағыланық таққын. Ағылық күн ұлардық таққын, ұтайты таңына ғидер таңас күн ұлардық таққын, жарық күн әме ұлардық күн сөп қолауыр білі бәйіңін көрінен әте ол бұл түйілер, қамар әңін жонлар, атындағын әтінлік туғынан жарықтынар жонлар, әме ұлар танылық тақтыр, оны ұғырысқаларын әме көрінің тақтыр. Құлауыр бұл көтен көрі үтімігінен болағына, әті білеген біхеге республика бұтығыр әме кеңдік білдер дейті қалықта қамы ден, скандинавскай қамы. Ол оны
хорок цастах жоннор тегет донор тантакан агончер дон туалан чугахан аханда бараннар кыхын кайдак ногрускалахты жерктен мыттырайда холкурдук бахайын жерктен алар олонтун болана дигинен сахар бики химир организма биле органдары мөлтүйлөр бу ордугути кан тымыр тух кан тымыр системата олихим бола сайын ол ногрускатын кычытан берехтек бу манны китилерге холор билеген отот чакырады сотуттан такка кырады ситиге кыхынгы курдук холору час балтыра чахыңын бу хакамырттагына бу организмге улакан ногрусканы берер ону биле сахар бу кихкене тулуйу соган эмехеп онун хороктор эме тулуй баттар ногрускалан каланнар биле организмин ыхыллан калыр онна арас биле хүрөктөрөңүн ыйжан кийден барар давлениялары таккар камныр онтуң бола сахар бу кихкене эме биле онун ыхыллан баран чөлүгөр түхээне ухум болор ол ихин отой ити дробияны көрүнээхиңе ототи билен турар ол камаахынеңин наха шүгөй окунан баран химмир бартыгар мээрелех боллуктах бартыгар биле доза ден дозированная ден атыбти колобур медицинага ити лечебная физкультурада боллун канык багарар жарык оннооор отто бу кытайдар философияларыгар туох тенди барыта маннык орто орто тетимин тутуга жак таккан ден колобор наха үөрөңүн өхүө кадылы ыстаңалы хок таккын ден эбетер наха комоёңун ото хирге борго темирек курдук болу хок таккын ден улаата биле бээң өйгүн ханагын бээң салайынаңын доробуягын онун тутаы жак таккын ден Осчугай онтенте өрчиген сылжарга биге бүгелер бит чолан киллер туох мудрастактары ол эхат үкепсири ити ол өбүгөлөр үгөстеринен эмтир кийинге дагы жан онун келин бу ырыны серетер үлага үлели хыжаммын элбек отаха кахригер хин элбек командировкага хыжыбытым элбек жону кытта биле алтыхагын кепсетеген жоннор ыйталахаллар көрөгөн истеген ону хакалар жигинен бихиги наха урут бихиге бүгөлөр бит наха бу айылган кытта алтыхыр болоннар наха сөпкө олор ахан наха сөпкө жарыктанан олор буттар эбит киндер колобур билигин сыалаагар ылаагы хие хоктакбыт диен жондор наха бээлерин били токтылар ону бу хайыңы кемге колобур хайын быйаңыттан үйтү хүөгөйи хүөгөйи эңин арыынеңин химир кихиектек боллаган окунан баран боллагана биле ити расход калорий дем бар нючел эттекка ону биле төхө ахаабытын ол иңемтетин эноросходтан иектеккын отчогуна биле хөптөктү ороскоттыр болаккана эн наха угойы хоктаккын наха ыры хоктаккын наха ногрусканы хоктаккын ону колобур ити хааскөттүгөр кинилер ордуктугу ото биин деревняга өскеатагам ди кыра деревняга эбебер итилдибитим онно кини хаас биле сыхыкпыт диен сылгы этин убаха этин хиетер эте онтуң болагына биле кини үөскө кийрен туоктыр үөскүн күүскөлөр этер онна биле кыхын устата кыйян камнаабакка хыжер бо ки организма бу хайыңы курдук тиритен корутан итийбет ол ихин болагына биле көлөхүнүң нөңүе эме бортулак вешестволор кыйян таккыбаттар ол кыхыңы кемге оннук үөхин койдон каалар кандык баарар кихкене бу бихиги ото айылганда кетен көрдөккө кыхын барыта биле туоктыр ди маннык ихиен барыта туокагдарыен барыта кааранны кырхытар ди биле ким паяттереңинде хуруялар бот өлбүк кихи боортуга арсытарын курдук мин төрөбүтине дойдум ихиен ихиллен сытар диенеин итини куруялар ол курдук боллагына ону жахаас келен биле туокунан убаха этинен ырастатан ырастаталлар эбит диен оннотон хайыңы өттүгөр үй тахыл келбектир ахыллар суорат кымыз быппак ити күөрчек эңин диен онтуң барыта тигине ити бу мен ити бу восточная медицина илиңги медицина философиятын үйрөпбитим дагыны онна интерехиргебитим баны касыхан эңин отто туоктаабытым ыраатта ону көрдөккө даже ити бихиги туоктыбыт хасыарда биле маннык туок
көрчөңгөрүн хийбитти. Биге беби колоре бехет көрчөңгөрүн хийте часырды. Олма онна боллагана маннык маннык ытыгер гардагыны эн били бейен энергияган берер эбиккен. Бу манна боллагана ытыгын ортотугар лагун ден точка бар. Олонун били эриенген тохтан бейен үчүгө энергияган оголор гор жекергенгер берер эбиккен. Оннотон туң эме организмдин кислородунан качыр бу үрүңгөлүк. Олтан дук септи бехеребит. Септи бехеребит. Онна аны туран интерехине ден бар биле эти цугун энген бар бутта. Эми эти кытай кени. Ол онна боллагына маннык туак позап садника ден бар. Маннык тураган. Онна бу арыйдагыны тобукку маннык кынан барам ху маннык турар. Позап садника ден ону ытыяр гар боллагына эн ху маннык көбүскөнүтүк туран ытый бакын ди. Ху маннык туран ытыяган ху маннык. Ол ата болла онну эмее били амен энергии барар. Онун ити эмее барытын итиндик ырыттан кордокко бихиге бүгөлөр битин хамудурай жөнөрөйт аны кыхын боллагына биле отоолхагына биле таңга сеңин чарас бу кыхын ити аксыняандан тымныытыгар тагы жатаккан үлүлекке камныкка дейтекке ол ихин боллагына жыяга олорун жарыктан алар битеди кабыска кабылык онтан да атын курдук оюларынан химир онно кихи организма биле эрчиллер итиер сылыяр каанын эргийре тупсар ол доска бытыгар чугаыбыт да майкаана эмне көрөчүлөр битер эме тугаран терехине ийтиндери бар болуктак отободе ити этер билгинепбит философиям концепция усиен ден бутурар бу билгин боллагына бу кыхын өттө бола кара ди караннан белетемит ол ата бу биле барыта айылкага туоктагыны күөк хебекки да үмме каябатта дибиеке барыта караннан белетенен турар бу кемге боллагына бүөрбүт онна мочевой пузырь кабак онна өсө мочеполовая система кийден берилер манна ол ихин боллагына чеетиндик туоктанар онта хаас көттүгөр боллагына ордук бу жолсуный пузырь печень бир эмелер экендер бу кемге боллагына туок колобур ити христианствага туок пост великий пост дем барбыт бар кимдер боллагына бу кемге ото ити посттаныр ото ирастаналар аны ити посттаннаккында боллагына үйөгө жеркихи онто чепчен хорогор чепчеки боло хүтен да каалар эбит мен эме кастыда боро болан көрбүтүн биле жөннөргө хүбедир береңин куран актылбынан онно биле кынаттаныымдуу дейммин уруптаганы онно тебилигин наада боллагын эме туоктугун онтоң наха үчүгөйдиги растыр оно ол коргуяхын дем боотак манна хырыхылыгын жигинен элбек онтон бу хайыңы өттүгөр же бу билиңге кемге манна ордук хүрөк онно бу хиннеге сочогос кемнери бу манна боллагына туок каан эргийдин органы барта келер онна туок ол ихин боло ти хайыңы өттүгөр давление лак жөннөр хүрөктери хылаабай жөннөр ордук туоктыылар ди сылаабайдыылар онно нагрузканы тулуйпаттар ол бир ишинете боллагына аңардас бу хүрөккере хыппат колобур жоннук бу ити хити менен бара турар бута сөттүнөн стрелкалар баалар көстөрөдү тине экранга барар ол онно ол кениттен сайын ортото боллагына бу поцелудочный нор курттак туоктар бир эмелер экелер бу бир эмеге боллагына бити курттак ас буарар орган кехиллиитен аха элбек болор ону бихиги жетуоре хуулу батага дутугуду хиебите болуу эңинден ото жиңинен боло бу кемге кини хылаабайдыр кеме ону эме эрдеттен көрүнөк гана да онтон күхүң өттүгөр боллагына бу тыынар орган онна туок суоно чогос бу манна боло иккилүү органны кыталар ди барыта бу бала бу икки орган бээбээлерин кытта ото ыкса хибестектер кайда хибестек колобур бу тыынар орган суоно чогосу кытта ото хибестек ити урут боллагына хеттуоныс агахонысылар көрдүк биле огону туоктыылар этеди төрөөтүн кытта ниетигер эмтербеттер эте ниетин уухагын ихердибеттер бу уухак боллагына бу ого иммунитетыгер ологун туккары иддихиддер ыхыга кендиэка ити айылга бээте анаан берер ону эмтербетек болоннар элбек баайы диетист дагы ого бар ите
Ол детей стало он болган были, имя ирин организма ирин, когда утарла харкую хемельток болан, который хотел темные ныджер, ол темные ныджи вот он урокотюгар нар были антибиотик на нем тен, хабабат танке хеллер, ол кемигер болгана, бу соно чокос под были тухалак бактериялар микропулура таке хеллен калан. Были МТМ метогом балыхаттан таккар, оттан ага яконан бара неме, он нуксул шейдер балыр. Астан элджер. Меха мекелі, хаджашыр, оны били бас бега болалар. Оны, бу тыгнар органын бол бакы, бу очоу хон МТЭ канады. Билигінде ти улахан жанырга ме аллергия, айнын ол бу баре. Бу суон очоғыз, оп сайын ас бухарар орган кихи организмыгар, иммунитеті бега рготырга, оп сайын дыровен тутахаджарга, Наха улакан ролланыр. Олата кенеха бу соло чагыска витаминдер тийбеттер дэнду, эбеттер? Били тухалак бактериялар, ас бухарар органнарынын антибиотикын маны бардын хуян кэхэр ба. Оно өссе эби бердек аны эминен эмтирге болаган эти тухтар баллар ди, хилак партиянын дэна обычна началар ди. Олонтун болагана били Медис пет, че икине деле хурбече куни хем баран токтур, но кехиллите хем мир калан калар. Оли хем боман на биле аханан, херенен аханан көмөлү канада. Оно эбехе тугун эмти хата вакыт. Ана туран че колавар бихиги, бу стрелкалар баллар ди, бу кыхынгы түбүт, кыхынгы бут, онно бүйөр бүтүттен бу хурак бүтүгер стрелка барар. Бу аата колавар күхүн бихиги кыхын, кыхынгы түгер, Наха тоң муқас бұл болақ бұтына, оны қолауырете тұмныенге жібі болақ бұтына, он тұбытын хитеремтен мәтәк болақ бұтына, хайын өттігер әбіхәт бұл хүрек бұл тұмыр бұл әме кенеқа оқсыр, оқсулақ болар. Онтон хас қолауыр бұл хас көттігер ол өз бүтін бұр бұтын көрім мәтәк болақ бұтына, организм бұтын Били растама так боллах потна. Айлга боллах на манна, хангаде тыллан ухуктан кедер кеме, ол кемге бихиги организм мутеме ухуктар, ол кемге кенини ханга били туақка эме маннык түмүлге белемненер бу. Ол кемге бихиги растама так боллах потна, колобур уэхе кухаган нугуле диркихенгин эбетер туара сыха калты туттан организмын көрінме так боллахна, бу Туаган баттыр, хүрәген қан тұмырын органын баттыр. Олы хим болағына ордығы те давлені тәңін таққар жонлар, білгінде бұ хайын өттігер давленілері таққар. Оны әтелдер әмандық, өте бігі давлені бұ таққар отай қамныр, онына бүйереме, өттім білі мұшығынны берелдер әбіт, оны болағына, оны ихемін дағына туғыда туғалаваты ден бұқварын әтті бәхеме білер. Тон хин хастах билер ки хим эрия хидибта. Оно очогна эн очогна кини ки хет тугар туаги истивим мин диен хубеливим били. Уэс тахарар оттортон. Ихе канада диен очога били уэхин катайлан нагана ки хидабление теме таккар. Бо чона бу ки хе хабар тугар жайар буллади? Каннык баарар ки хе хабар тугар, каннык баарар ки организмгар бар тугар жайар. Туақ философия наға, туақ мудырай, оны іс қоғана наға әлбек. Хибәстері, бұ органнар хибәстері мен наға әлбек. Қолауыр, ине оғоғы хибәден бар бұ органнар хибәстерігер бұ философияға. Эхе, әбе оғо хендергер қайдақ жайылары дейінгінші, оның әлбек бағайы. Маны даже туаққа хороқтор, ите опсай политикаға мен туақтылар, тұтталар. Тото аттарам туттуқ көп мүніті, педінісі туқ көйеріне хиджамын әмей ондық бұру балан көрбітім. Қолуыр ол әйті әбә әхә жайыта жаның ұңа қолуыр күрдік? Қолуыр бұ хүрәкпіп барды. Хүрәкпіп әбәте боллағына бүйер. Бұ әбәте боллағына бұ хиенігер күхамматақ боллағына. Отчығына бұ оға мүйе... Били ите түнен дұу, дұровы ет түнен дұу, мем өлтік болыр. Бұ онтан хуманлық барағынғар боллағына үшігай хибәе бұтағығар хиджер қолы бұр. Бұр үшігай боллағына бұр әме үшігай болар. Бұр үшігай дүгіледер боллағына қан сүрек тұмыр үлет әме үшігай болар.
Кепир, он эти кисломолочные дары и херхерехтер. Кюхин. Кюхин. Кюхин, он на кюхин. Того дета, как кинлербили, эльбахпайманы, сыранку, нючелыта, слиза, образующие питание денатана. Олорум была, блин, наоборот, маннок бронхитак, хроническая бронхитак, индюн норго, кюхин, кемне, испеттер ордук. Вот это айлган беренен ынаган хас түрүлді, үйтін хас әдбір, хайын әлбір. Ол кемге үшуэдді қото ихек қанады, үйт ахылығы. Онтан хайынғы кемге чоғына қайдақ ахылға ахылға мұқпытынады не? Хайынғы кемге болағына білі ити баға еңен бұтты. Оны қайдары мұнық ити күміс бұтын хек бітін нады, суырат, кепирің ұстын ихек қанады. Отовон эти оттортон, эмие тухтар баллар. Оттор эмие били тухтан амтаннарнан эмие арахсаллар. Олону көрен хүбелеттерен, он эмие хөпкө туханыққанады. Бу программаға ме отунан эмтеген туспа кейдер. Отон били бейте тухақ курдук, маннык туспа, тухтек час курдук кейден берер. Отунан эмтеген хороқтар болағына били тухтек ханылар. Тебиги отунан бу билдер отунан боллағына беги ыламыт, хомуян баран, катаран барамыт, кайдақ барар ихек бүтін хөбенінде. Оту көннөрите боростой, састаптары боростой оту чайеген курдык ихек көп, чай курдык кейбейте туттар боллағына. Оту өзгібік кейі, бу отунан көмілі хүннері әрі кынар боллағына, кене оны өмее отой маннык чок кайдык, үшігейдік, анализин түмігін көрен олорон. Онна бұкеге жыл білген қанлық кемен ұшуаттан, хуққа қанлық кемегер тұғы херінеген ұшуаттан, жегінен оңырылуақтақ бір абылы бұл. Қомуер кемен ұнық. Ұнық. Күрәшілер, біт айтылырға керен тоқтанағы қайын. Үті өкіннен мен аллергия лақпын дебіт. Бір күрәші, манна Мариниканы тұғысы бәле әтейі дебіт. Аллергия тұтты ол қайдақ Ит аллергия ден мен біліккетен көрібінен дағыны, оны те туақтен бар. Ғымыттық психология ден әме тұспа науқа бар. Германияға хайды бұд, олата организмын кетті яғынын өретер. Бұ организм кетті дәғіне, ите ұрылар таққалар, ит аллергия еңін. Бұ манна мен бастатан тұран, организмын ұрастанырғыр хүбелеметі. Оны қолауыр жыл кеміттен көренеме, үті ұрастан ағын арас болуынсып, ағынан ұрастық қойып, отынан ұрастық қойып, өйгін санағын сағылынан әме, бейін білі органларғын салайыңын әме ұрастық қойып, айылғағы баран ұрастаны қойып, айылған хеммер, айылғаға төңінен әлбәқті күйжаған кені күтталты ағындағыны, кені бейті өйі хананы чәбдегерден туғары хананы әтен берер күрді. Оның әте организм растан ағына ден әме отой надалақ тұқ. Бұрыстой даже білі күрушка әсмірға ден барды, келизма әте ұрыққу. Ол оның күрдігі өңіндағыны білі хүбелеттерен баран оңырдыққы, туғынан оңырырын хүбелеттерен баран оңырдығына хүйе ғырытырыңын әте наға тұхалақтыр. Опсайынан ол тұқ әте Бұл өсті түхіші 905-10 түйтіліққа немеске үшіңай, рейкевіктен үшіңай, ғымыттық психологияны түріттәбік кейі туақ стадия зашлакованности организма ден таблиссы оңыр бұды. Оның кені ха май бүтәхек бұ
холовор кигер этихине китти битин тумугер, а май бутехек ити онкологической ры келбет. Онан онкологической ры эмискетиен келбет, бу кракралан бил алта стадия на маннык баранихет, онна киги тугуда комилеспетах боллағына же онна тиен келерде. Вот эти агамсастах, беги стачлер, беги крачлер, беги гер, ага, тугой день этой, тугой день этой. Агамсастах, беги стачлер, беги стачлер, беги стачлер. Агамсастах, Джон Нортон, имя Буби Хигиджа, Хардбу, Таспатилан, Мельтеоти, Витянин, Дихухтахтар, того дети, Каманна, Биги Ортова, Тугар, Билинги Кемголор, Джон Нор, Коловор Болор, Джон Нор, Нахальбехтар. Коловор Бу, Таттан, Илан Кордока, Мария Алексеевна, Апанасьева Бар. Кини боллагана агахуанын туалар. Уанна бу билингедлы маннык умуага көнөттө, өйе ханаата маннык чагылкай багайы, үчөй байтык телефоннан кейін кытты кепсетер эңіндейд, үчөй багайы өйдөк, санаалак, өсебе эте жарыктан аребит, били маннык ити күерче оңорор ытык бутын, оңорор эбит, арас маннык карыскал туақтары оңорор талагынын эңін. Ото хүгін олар бат жарықтан антаққар әбіт. Оны үті жарыға дейін, ото оны оғырдақ бұны туақ дейін. Үйелі көтігі жер әбіт оны. Білі оны манна ұйыққа таатта ұйығар барары туақ түгі жауын, қомына ғы жауын дейбіті, тәріне ғы жауын дейін. Оны оғырдақтан ұлыр әбіт. Ото бігеқі білдер әті апанасиев туақ. Төреп бүт инете. Оны кене бұл инете ме туақ әбіт. Үрігі туаннан күйіт әбіт. Апанасы севеш болу оқырдағыттен ол білідер әвінетін оғыларын, ұғыларын, оғыларын мұнян декен серттәнің күлетін ұлатан таққар әбіт. Оны ол инете неден үші байты кепсер. Онтан әте көстен аспыт икіс қартысқа барды. Оны әте Матриона Герасимовна Алексеева. Ол боллағына біліңгеділі оғыруаннан арас кергелдері кейін жарықтан әребі. Онтың әме білі қарағын зарят қылыр бұл маңның тоқтан ұлыр, түн көйін ұлыр ұн тегер, онның маңның әң күннағыны білі қараға бейті ұпыражнені құрдық боланды. Маниканы мақтына бұд, ұлыс жүгай жа кепсен болла, көрәшілер бұд бәйлергер туға мүт тұхалағыл бұттыра бол демет әріне қалы қайын. Әтенге болың күнді көрәшілер бұд, көқті өқ күттігі дейін мақтына бұд, онына күрсеққа дере. Күрсеққа дұлы әтенге болың.